Самые спортивные и здоровые ребята собрались сегодня на Соборной площади. Парадом и торжественным маршем стартовала региональная военно-спортивная игра «Орленок-2018». Участниками стали более 500 человек, в числе которых студенты профессиональных образовательных организаций, их преподаватели, а также ветераны локальных войн. 18 студенческих команд готовы показать всю свою ловкость, силу и выносливость. Соревнования пройдут на базе регионального учебного центра войск связи и лагеря «Юность». Спортивная игра, в рамках которой ребята проходят различные испытания. Марш-бросок, стрельба. Это и творческие, и знания истории, это и прохождение полосы препятствий, это и строевая подготовка. Конечно же, не обходится и без физической выносливости. Ребята из Димитровградского технического колледжа к играм подготовились на все 100. Год усиленных тренировок не должен пройти даром, соревноваться придется с лучшими из лучших. Тем более, отбор смогли пройти далеко не все желающие. Отбор был очень жесткий у нас, так как у нас много людей хотело попасть на это соревнование, и отбор был по максимуму, то есть что каждый умеет делать. На сборке, разборке лошадей, подтягивание, физух, очень важную роль играла медицина. «Орленок» проводится уже 18-й раз и пользуется большой популярностью у молодежи. После окончания игры ребятам будет чем заняться. Отряд победителей примут в почетные ряды юнармии и отправят на всероссийскую патриотическую игру под названием «Победа». Виктория Чиркова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.